Сегодня, кстати, были и трансферные новости у «Северстали». Возможно, мы их пропустили, но «Северсталь» произвела обмен. В паузе об этом поговорим. Ух ты, шайба не прижата, а затем и забивает Райан Спунер. 1-1. Впервые за три матча забивает Райан. Выиграл вбрасывание. Сапега набрасывает. Вроде бы шайба должна быть в ловушке, но она выскочила как раз предательски прямо перед Самоновым, который ее не успел накрыть. А Спунер подкатил и наглым образом отправил за линию. Поэтому уже ничья. 1-1. Шайбу забросил. Лучше бомбардировать.